Кратов, всем, кто смотрит данное видео вместе с вами, с вами Пумба, игровой канал Тимон Пумба и Налы. Да-да-да, игра сохранена, потому что... сохранялся, в смысле? Опять туда не проникнуть, что ли? Ну, на другой стороне не надо мне тут. А, это типа вот тут. Есть что дерьмо? Офигеть, мы куда попали. Бочка. Хорош. Ерундой страдать. О, Рены подобрали. Открыто я могу. О! Проход насквозь. Надеюсь, эту проблем не вызовет. Так, и как мне туда попасть-то? Как мне добежать-то туда? Что-то я совсем не понимаю пока что. Тут где-то, что ли, проход? Ну, давай туда, поскакали. В общем, где-то подъемчик. Ну, пошла. Туда надо найти подъем. Где он? Пока что... Это тайна, покрытая мраком. Но, кажись, я нашел. Хотя не совсем. О! Да оно? Пиздец, до тебя добираться, я скажу. Дезертиры, хорош. Вы задроллили в таких местах находиться. Сука! Сука! Ай, ладно. Живее, мужики! Живее! Воу! Не любишь серебро, да? Блять, в смысле? Ой. А твоей жопой я сам займусь. Погоди, сначала разберусь с этими. От сука! Оторву тебя башку, да все сотру! Зараза! Да! О, как хорошо! Ох, это было хорошо! Главное было за спину выскочить. Вареники. Серьезно, я езжу, убиваю ради вареников. Скажет, ведьмак какой-то совсем тут спятивший. Так, давайте-ка мы, кстати, попьем. Всех перебил. Вареники зато поел. Там еще кто-то и есть. Хера там. Там не то, что кто-то есть, там пиздец как сколько есть. Тихо. Я пугаюсь всяких звуков. Так, блядь. Геральт, не скачи, просто возьми. Фига тут сколько всего. Давай, давай, не застревай. Пожалуйста. А то я ползаю по таким махабам, буграм, где, в принципе, ползать, наверное, нельзя, но... Ну, я же Геральт, я могу и должен. Блин, нифига они тут устроились. Меня больше беспокоит, как вот там это говно устроилось. О себе, сейчас мы посмотрим. Мало оценит это сразу. Это, наверное, даже какая-то картина. Что-то тут нарисовано. Это, блядь, тип нарисован, короче. Там тарелки взять нельзя? Нет, нельзя. Ладно, понял. Ну, там еще все возьму и пойдем. Именно пойдем. Потому что бежать не получится.
Вон что-то бег. Вы это видите? Понятно, почему они так запрятались. У них столько барахла. Они тут живут вообще просто капец. Это, надеюсь, не те же самые, которые я помог. А то есть это те же самые, которым я помог, это просто печально. Типа я им дал, забирай припасы, а сам такой пришел и все забрал. Но это не они же, я говорю. Я прям уверен. Там вон моя конина стоит как раз. О! Я просто, по-моему, уже должен сдохнуть от перевеса. Надеюсь, там мою конину не испугают. Она чехи как даст, так. И все. И не видать ни конины моей. Плотва. Сюда. Погоди. Знаешь, что, плотва? Я подумал. Тут недалеко, как я понимаю. Да, это вот место, лагерь. О, этого говна. Там их много, бляха ты. Что делать, бом, плотва? Блин, для начала подведем кому-то. Пиздец, куда ушла. Да, вот это то, что я видел, это они и есть по-любому. Вот тут, что ли? Придержи. Ух ты. Фига себе. То есть я случайно на это нарвался, да, место? Это ж не то же самое. А, нет, в смысле, тут. А, да, мы тут. О, прикинь, вот это да. Это нормально. Хм, странно. Чё странно? Давай, хоба. Чё странно? Ты его смотрел, типа, ничего? Ладно, пофиг. Ничего так ничего, мне на меня насрать. Так, и останется вот это, вот это, вот это, и все, и можно ехать. Там травница, хренавница, мне насрать. А, нет, нельзя ехать, не надо будет купить где-нибудь эти бомбы самому, не самому. Ладно, там, блин, их что-то до хера вообще. Не, мне понравилось, как Гера. Ну, странно. Все. Остальное насрать. Блях, опять какой-то лагерь. Нет. Давай. Блядь. Варк. Воу, еще один. Ну, я думаю, мне уж показалось в какой-то момент, что конь бежит мне помогать. Такой. Сейчас как втащу, горит. Так, ну давайте смотреть спрятанное сокровище. А это трава. Ладно. Ладно. Дай зайти. Ляха, ты прикинь. Давайте сделаем, чтобы посветлее, не знаю, было хотя бы. Бум, все. Нормально. Так, хорошо. Отлично. Орины, отлично. Еще какая-то книга там. Давай, открываем. Сколько всего! Нашел я. Не знаю, что я там нашел, но что нашел. Ух ты, блин. Там кто? Волк, варк. Какое? В смысле? Это задание выполнить грязные деньги. Не торопись. Что, бляха? Какое задание грязные деньги? Алло. Я ничего грязные деньги не трогал. Все чистое.
Бля, чего вы меня на меня наговаривают-то? Никаких грязных денег нету. Все по-честному. Конь. Теперь помедленнее. Что? А, это я думал единорог. О, ебать, думаю, меня штырнуло. Тупо грифона убили, тут, кстати, мельница. Может, кто-то есть? О, да. Слезаем. Блять. Ой, эти сильные. Они и убить могут. Так. Попили. Убью. Убивай. Ладно, по одному вас звонишь. А, нет, 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 нет. А, он своего стрелял, видали? У него шляпа слетела. Воу. Воу. Нифига себе. Это как? Блять, у тебя магический меч. Можно я его возьму с собой? Охереть. Вы это видели? Мне кажется, мельница скоро... Ух. Вот это да. Вот это поворот. Да тут не мельница дело. Тут мужик. Управляет мечом Леголас. Охереть. Там какие-то поля, конопли, я не знаю, что там поля чего. Ой, меня это не убьет? Нет? То я не знаю, может убить. Не-не, отойдем, давайте отойдем. Я прям напрягаться начинаю, зарыть, сам пригибаюсь. Я знаю, вас напрягает то, что... Я не хожу по квестам, все дела, но, блин, его надо обойти, это... Надо было сначала все это, куда я пошел. Отпустил мышку. Пошел, ведьмак, куда захотел. Там что-то есть. Топорик? На топорик, реально! Какого хрен топорик? Почему не топор? Блять, мы почти все уже тут зачистили, по-моему. Тут зайти можно. Драки не будет? Слава богу. А, и тут даже ничего нет. А, неинтересный дом-то. Да я даже не знаю, какое место каждый раз лучше. С каждым разом все больше и больше места нравится. А это куда? А, я еще не туда прискакал, куда хотел. Ха, прикинь. Давай, плотва. Погнали. Ха. Ты видал? Вообще, капец. Плотва, понял, да? Мы не то хотели сделать, но... Сделали, что сделали. А, нам туда. Кстати, да, ты права. Молодец, хорошо. Пошла. Меня плотва такая говорит, ты куда? Вместо силы. Медальон дрожит. Это место силы. Игни. Это Игни. Блядь! Слышь! Ты ничего не сделаешь. Ты попал. Thank you.
чё не умираешь? Чё не умирать? Ай, все, надо было просто подвести. Давай. Нормально. Очко еще получил. Конь мне намекает, говорит, иди дальше, куда ты пошел? Какие-то значки нет, не то. Ну туда зайти можно. Это уже хорошо. Давайте зайдем. Ха! Понятно. Хм. Странно. Что это такое? Хм. А, ну ладно. Странно. Колотить. С какой охраной? Охраной чего? Блядь. Сука. Подожди. Ну. А, я не могу поджечь. Ты серьезно, что ли? Ладно, давайте. Под охраной. Мне нравится тут охрана вообще. Нет, не нравится. Какие-то жуткие. Я реально поджечь не могу. Какое задание выполнено? Какие я задания выполняю? Объясните мне. Я пока что не понимаю. Херня какая-то. Что-то выполняю задание. У меня этих заданий даже и не было. Ладно, пошли отсюда. Все, тут получше стало. Не так жутко, как было. Там кто? А это камень. Магия — это место силы. Ты дурак? У тебя память отшибла, мы тут были. Блях, я обосрался. Я честно обосрался. Коня, иди сюда. Мне лень. Ты мой конь, ты иди. Кто конь, тот и идет. Понял? Новое правило. Новый закон. Все. Ты им подчиняешься, у тебя вариантов нет. Ты мой конь, потому что. Понял, да? Такой, видимо, жесткий. Свирепый. Куда бежать? А, вот я до домика как раз хотел и налево, и побежали, куда нам надо дальше. Вот до этого домика, нет? Или до этого? Ух ты, ёлка его. Ты куда? Куда плотва-то убежала? А хер ли ты это делаешь-то так? Ты что, есть что ли? Блин, реально она пошла жрать траву. Вперед, плотва! Хера, умное животное. Ух ты ж, ёбкую мать. Там какие-то твари были уже. Там-то кто? Опять дезертиры? Блять. Ули.
Место силы. Оп! Все, спокойно. Блин, тут тоже надо уничтожить. Надо будет, короче, искать до следующей серии места. Не места эти. Картечек следующей серии найти. Взорвать их, короче. Не знаю, в кадре взорву, не в кадре, там посмотрим. Это место силы. Отсюда изливается магия. Я понял. Но мне это ничего не дает, потому что у нас... А, все. И он про магию. Гнездо Гулей, надо его уничтожить. Мяч. Мяч. Не бомбу его уничтожать. Нравится она мне. Пусть остается. Где камень? О, дроу. Нифига ты где. Удар. О. Все нормально. Активировали. Так, что у нас осталось? Там больше ничего, наверное, не осталось. Но все рядом было, да. Теперь побежали до места силы. Да, тут как раз можно на тропинку вернуться. И вернемся там, посмотрим уже. Как раз в этой серии. А, я бежать не могу. Канина, иди сюда. Алло, я свечу тебя. Все, давай, пошли. Пошла. Поскакали. Сюда давай. Отлично. Ты кто? Вы кто? Дорога. Спасибо за подсказку, что здесь пройти можно. Конь, ты чё? Что творишь? Безобразие какое. Вот это мне подсказали. Проходит какой-то. Нормальный. В сторону. Людишки. Вы всего лишь люди. А я ведьмак. Я величественнее вас. Понятно? У меня вон, смотрите, сколько знаков активировано. Магия — это место силы. Нормально, зачерпнем еще и этот. Сейчас все знаки на бахну. Че? Ты че? Блять, в смысле? Что? А, или типа... А, типа пока оно активировано, это... А, ну я зачем-то это делал, есть везде. Нет, погодите. Они же остальные перестали светиться. Понятно. Вот чем фишечка. Ты куда? Я тут. Алло! Чё, блин, он не дает. Ты прикинь, короче, я думаю, что не так, а этот призрак все мешает. Тут. Его просто нет, и мы такие, и все, и сделать ничего не можем. Где конь? Иди дальше. Я уж путал тебя с это, спутал тебя с этим тварью, которую убил. Все, и нормально, теперь можно бежать куда хотим. Ну-ка, все мы тут изучили. Ну да, все реально. Погнали. А, нам туда. Подумаешь, спутал. Чего теперь сразу? Гневай. Волк, здорово. Не-не-не, ты ложь, слышь, хорош, тревожится. Я сейчас тоже нервничать начну. А ты чё? Вы тут были вообще, нет? Да были. Сковородка. Охеренное задание. Белая, ой, белая сковородка. Белый сад, блин, я спутал этот. Отойди. Сковородку помогали. А чё? Я сегодня получил гордость хлеба лишь на полях нильфгаардской страны. Эмгир император наделал штаны. Молодец. Главное, Эмгиру не говори. Что? Он что-то сказал? Кто тебя этому научил? Я-то знаю. Ну, Эльза, чё? Послушай меня внимательно. Как долго идти? Никогда эту песенку не повторяй. Никому.
А, во, видишь, его учат уже. Правильно учат, не учат. Не надо парню это говорить. Так, давайте мы сохранимся. Увидимся уже в следующей серии. Напоминаю, с вами был Пумба, игровой канал Тимон Пумбайнал. Всем хорошего, удачи, до новых встреч в следующей серии. Увидимся. Я куплю саму картечь, все сделаю. Будет круто. Пока.